Здравствуйте, вы смотрите «Вести Хакасия», в студии Наталья Громашова. День знаний в этом году для третьеклассников Ербенской школы может оказаться далеко не радостным. За 3 дня до начала занятий детям и родителям объявили о том, что учеников переведут в Сорскую школу. Ездить предстоит на рейсовом автобусе. В ситуации разбиралась Олеся Калинченко. Неприятное объявление о переводе 3-го класса из Ербенской школы в Сорскую сделали 29 августа. Ни родители, ни школьники к такому повороту событий морально не были готовы. Причем мамам предложили отправлять детей за знаниями на рейсовом автобусе Ербенская-Сорск. Тут же ставит нас перед фактом, что вы автобуса не будет возить, пока не будут. У автобуса двигатель сломанный. То есть мы должны еще собирать вот эти вот по 10 рублей. Билетики дети должны приносить нам домой, мы должны их клеить в тетрадочку на бумажечку, потом нам администрация или кто там выплатят деньги за это. Нам не нужны ни деньги, ничего. Мы хотим, чтобы наши дети учились в нашей школе. Они учатся до 3-4 часов. Автобус только уходит обратно с города, получается, один раз. Если ребенок на 5-10 минут задержался, значит, ребенок остался без автобуса. А если он в этой столовой проел денежку, которую оставляли вот, ну, на это, ну, обратный путь, на всякий случай, значит, ребенок будет пешком. За помощью жители Ербенского обратились в Министерство образования республики. На встрече с министром Галиной Салата стало ясно, что претензии родителей вполне обоснованы. Абсолютно неправильно то, что вы сегодня об этом узнаете накануне учебного года. И второе, как мне сейчас сказали, вопрос стоит о транспорте, что предлагают ехать на общественном транспорте. Да. Ни один ребенок не может ездить на общественном транспорте, он может ездить только на школьном специализированном транспорте. Министр пообещал сегодня же выяснить, почему учеников 3-го класса Ербенской школы в столь спешном порядке без предупреждения перевели в Сорск. Возможно, одна из причин – низкая наполняемость класса, всего 9 человек. Вот так вот на ходу я сегодня не могу сказать, насколько законны их действия. Таким образом была предупреждена учительница, потому что учительница знала об этом, не знала. Если ей дают какой-то другой класс – это один вопрос. Если ее незаконно сегодня сокращают накануне учебного года, это другой вопрос. Поэтому я сегодня обязательно эту тему, мой орган отдел надзора, выясним. И ответ мы вам дадим по вашим контактным телефонам, которые вы доставите нам сейчас. В министерстве сдержали слово. К вечеру результаты проверки показали, что закрытие 3-го класса в Ербенской школе незаконно. Класс пообещали сохранить и оставить детей в родной сельской школе. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, «Вести Хакасия». В преддверии нового учебного года полицейские Хакасии проводят акции. Они направлены на профилактику ДТП с участием детей. На помощь инспекторам ГИБДД пришли молодежные дружины. Активисты патрулировали один из самых оживленных перекрестков Абакана, Жукова-Ленина. Патруль работал не только с водителями, но также с пассажирами транспорта. Всем демонстрировали видеоролики с информацией о правилах движения. Также вручали листовки юным пешеходам. В буклетах перечень правил безопасного поведения на дороге. Добавим, что совместная работа полицейских, школьников и студентов проводится в рамках акции «Детям Абакана. Безопасные дороги». Конюшни Ивана Миндибекова в Аскисском районе загорелись от короткого замыкания в электросети. Такое заключение сделали специалисты. В прокуратуру направлены материалы об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, 2 августа при пожаре в конюшне погибли около 20 элитных лошадей. Накануне происшествия в районе прошел сильный ливень. Из-за сырости, вероятно, и случилось короткое замыкание электрощита, и начался пожар. Пламя распространилось буквально за 20 минут. Сотрудники конюшен пытались спасти животных. Часть удалось вывести, однако 19 лошадей погибли в огне. Абаканским полицейским бороться с правонарушениями помогают рядовые горожане. За это и были удостоены серебряных наград. Накануне слова благодарности звучали в адрес 2 мужчин, которые предотвратили кражу и угон автомобиля. Александру Фомину и Андрею Мелешкину сегодня аплодировал практически весь руководящий состав Абаканского отдела полиции. Рано утром молодых людей пригласили в управление, чтобы поздравить и сказать спасибо за то, что не остались равнодушными и не прошли мимо нарушения закона. Александр Фомин, приехав ночью с работы, задержался в машине и случайно стал свидетелем угона отечественного автомобиля ВАЗ-2106. Увидел двух парней, которые скрывают машину. Ну как, они скрыли ее, завели, поехали. Я на своей машине преградил им путь. Они вылезли с машины, один умешал, второго задержал. Андрей Мелешкин работает в службе контроля гипермаркета. Он задержал 2 девушек-подростков, пытавшихся украсть вещи в спортивном отделе. Свой поступок чем-то выдающимся не считает. Говорит, за многолетнюю карьеру охранника это далеко не первые задержанные им нарушители. Работаю, говорю, 16 лет в охране. То есть и достаточно много случаев, когда
На данный момент я бы не считал себя героем, так сказать. Так что, так как девчонки малолетние, там, я понимаю, что задержать мужика там под метра два ростом, ну, вообще-то приятно за 16 лет работы в охране первый раз получить хоть что-то. Памятные медали МВД Хакасии за укрепление правопорядка уже давно не выдавались гражданским лицам, поэтому сотрудники полиции поступки жителей Абакана считают достойными наград и благодарности. На самом деле, я считаю, это подвиг. Поэтому спасибо вам большое, низкий наш поклон от нашего всего управления, от всей полиции. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Сегодня последний день календарного лета. Августовские недели оказались в меру теплыми и прохладными. Вот какой погоды ждать жителям республики в сентябре, узнали наши корреспонденты. Сегодня последний по-настоящему жаркий летний день. Давление уже с утра пошло на спад, его минимум ожидается к ночи. И в это же время, как ожидают синоптики, над Хакасией пройдет холодный фронт. Зонтики будут актуальны всю субботу. При прохождении холодного фронта 31-го ожидается повсеместно дожди, местами сильные и очень сильные, и завтра похолодает до 15-20. 1-го и 2-го по республике ожидаются заморозки до минус 1, а 2-го днем вновь потеплеет. Обильные дожди, как предполагают гидрологи, не должны привести к резкому повышению уровня рек на территории Хакасии, поскольку сейчас воды в них значительно меньше критического уровня. Единственная опасность, если циклон уйдет в сторону Тывы. Это вызывает опасения тем, что будет повышенный приток в Саяно-Шушенское водохранилище. В связи с этим будут увеличены сбросы. Но и в этом случае значительного подъема уровня Енисея не предвидится. Уже с понедельника 2 сентября, по данным синоптиков, погода начнет налаживаться, и в Хакасию придет бабье лето. В первой декаде в отдельные дни будет стоять летняя жара до 28 градусов тепла, во второй – плюс 15-20. Ночами будет уже холодно – 3-8 градусов. Настоящую осень синоптики ждут в третьей декаде. Ночами заморозки, днем воздух прогреется всего до 8-13 градусов тепла. На этом субботний выпуск Вести завершен. Удачного вам дня!